Так, друзья, всем привет. Сегодня у нас вторая часть покупок рыболовных снастей за рубежом. В принципе, вопросов таких больше не было. Единственное, изъявил некоторое желание писать свои рыболовные магазины и опыт использования. Можете переходить в группу ВКонтакте «Купи снасти». И я создал здесь тему «Зарубежные магазины с отправкой в РФ». Вот тут Петр уже тоже написал. И я подробно расписал некоторые, о которых мы дальше будем разговаривать. Итак, сегодня у нас площадка eBay. Постараюсь подробно на ней остановиться. Ну, скажем так, на самых основных моментах. Значит, заходим мы, соответственно, на сайт. Регистрацию мы проходить не будем, так как все это элементарно делается. Вводите имя, фамилия, адрес электронной почты и придумываете пароль. Вам на почту приходит сообщение с подтверждением. Вы нажимаете и заходите на сайт. Вот, собственно, наше основное меню. Здесь наш личный кабинет. Поиск, где мы можем вбивать интересующий нас товар. Я не буду останавливаться на всем интерфейсе, так как это получится очень долго и нудно. Я расскажу об основном меню моего eBay. Значит, это у нас корзина, она пустая. Здесь колокольчик у нас приходит, вам важные сообщения. Можете поставить любой язык, который вам нужен. И вот, собственно, мой eBay. Краткий обзор. Нам это сейчас абсолютно неинтересно. Ставки и предложения. Что это такое? Значит, существуют так называемые аукционы. Я на них остановлю позже. На элементарном примере покажу, как выиграть аукцион. Он процесс достаточно долгий и нудный, поэтому я о нем расскажу в самом конце этого выпуска. Что касается предложений. Бывают объявления, в которых можно предложить вашу стоимость. Вот, допустим, продавалась катушка, ее цена 7334 рубля. Я предложил более дешевле. Продавец может как принять, так и отклонить. Как это происходит? Вот такой же элементарный пример. Катушка продается Daiwa Blame Spot. Цена ее 9200. Доставка, правда, бешеная, 8000. Ну, бывает, что доставка там намного будет меньше. Смысл не в этом. Вот окошко наше нижнее. Предложить цену. В появившемся окне вы выбираете, то есть купить ее можно за 120 фунтов. Вы пишете, допустим, 80 фунтов. Допустим, 2, да? Скажем так, по опыту, может быть, продавец на это пойдет. И пишите ему здесь любое сообщение и отправляете подтверждение. Вот в этом колокольчике придет уведомление, и вы узнаете, подтвердили вам предложение, либо отказали. Можно сделать до 3 предложений. То есть стараться сначала сделать максимально низкое предложение, потом немножко повысить, потом, ну, соответственно, еще выше, до тех пор, пока у вас не пройдет сделка, либо она совсем будет отменена. Третий, точнее, пункт – список отслеживания. Здесь вы, когда вечером сидите, там что-то подыскиваете себе, вот как я, допустим, искал себе там оборудование для студии. В появившемся окошке, если вам товар этот понравился, вот здесь вы можете нажать кнопочку «Отслеживать». Вот давайте я сейчас ее отменю. Вот, нажимаете «Список отслеживания». И он сюда попадает. В любой удобный момент, допустим, вы отслеживаете также курсы. Вот сегодня у нас курс упал. Ага, надо сегодня купить. Наиболее выгодное сегодня будет, допустим, предложение. Этот список не ограничен. Вы здесь все, что хотите себе, дополняете. И в любой момент это будет проще всего найти. Все списки нам не интересны. История покупок. Вы можете отследить свой, ну, все свои покупки за последнее время. Я на eBay уже давно ничего не покупал, потому что пользуюсь чаще Алиэкспрессом, так как там можно купить дешевле. Давайте вот я включу там недавние какие-нибудь. Вот, вы можете посмотреть похожие товары, все действия, которые
связаться с продавцом, если у вас какие-то там проблемы возникли и так далее. Следующий пункт — это у нас объявление о товарах. Она нам не интересна, это будет актуально для тех, кто именно продает товары на eBay. Там вся полезная информация. А мои коллекции, если вы очень много покупаете, то можно, допустим, вот делать такие наборы, как я делал, опять же таки, для студийного оборудования. Там триподы, освещение, различные софтбоксы. То есть я это в одну кучку забил, мне это в любой момент, я быстро к этому вернусь. Можете также под свою тематику создавать сколько угодно. Следующее — это запросы поиска в подписках. Наиболее интересующие вас поиски вы можете сразу же вот сюда забить, если вы намеренно покупаете какой-либо товар. Ну, допустим, как я когда-то искал, да? Давайте вот на примере Shimano Ultegra этой, да? Вот мы, допустим, вводим в поиск, и здесь мы можем вот на эту кнопочку нажать «Подписаться на данный поиск». И вот в этом меню у вас будет, как только появляется новое объявление Shimano Ultegra XTD 14000, у вас на основном поле окна вот здесь вот будет высвечиваться все по вашим запросам. Это очень удобно, когда, повторяюсь, вы намеренно ищете какой-то товар. Теперь, что касается сортировки и поиска. Вот видите, сейчас не видно, сколько будет итоговая сумма до вашего города. Если вы зашли в свою учетную запись и нажмете вот сюда вот «Сортировка», можно по завершающимся объявлениям, когда они первые закончатся, когда только опубликовались новые, по цене доставки, по возрастанию, по убыванию и просто по цене. Мы выбираем по цене доставка, по возрастанию, то есть от меньшего к большему. И у нас сразу же появляется на каждом объявлении конкретная цена за доставку на каждом объявлении. В левом части окна вы можете отсортировать новые товары, либо БУ, просто поставив галочку. Вот видите, у нас здесь для косяка от XTD на 14000, все знают про залипание фрикциона. Вот продавец из США, также здесь указано, предлагает вот такие карбоновые фрикционы. Обязательно сразу же смотрите не фото, а в самом низу включено, что будет в итоге вам отправлено. Вот здесь подробно написано. 3 карбоновых диска. Очень распространенный китайский, скажем так, маркетинговый ход, когда они вот сюда все что угодно пихают, а на самом деле приходит совершенно другой товар, и вам нужно, опять же таки, опускаться в самый низ и смотреть, что вам придет. Видите, они красным пишут «не включено», описание, и вот оно, ваша посылка будет включена. 2 стенда, 2 софтбокса и 2 лампы. Сами лампочки не будут включены. Обязательно очень внимательно к этому относитесь, и, как уже рассказывал в первом выпуске, лучше лишний раз спросить. Просто пишите, нажав на сначала продавца, а затем вот сюда связаться с ним. Выбираете свой товар. Номер товара посмотреть можно в самом низу. Не в самом низу, а вот здесь вот. Номер товара на eBay. Вы его копируете и туда вставляете. Что касается выбора продавцов. После того, как вы попали на объявление, сразу же смотрите количество положительных отзывов. Но и не забывайте смотреть также количество. 175, скажем, это очень-очень мало, но все 8 есть в наличии, 4 товара продано. Все получили 100% хороший товар, и все люди остались, скажем так, довольны, да? Продавцы, которые находятся давно уже на данной площадке, имеют по несколько тысяч положительных отзывов,
и у них вот немножко меньше, да, 99,7. Ну, скажу вам так по опыту, примерно даже до 98% можно смело, ну, скажем так, быть уверенным, что этот продавец будет нормальным и к вам товар дойдет целым и невредимым. Дальше поехали. По местонахождению товара вы, может быть, там через какого-то друга хотите заказать, или там у вас какой-то родственник поехал, вы можете посмотреть, с какого города будет отправлена вам, допустим, наша катушка, да, либо с Германии, либо в Великобритании. Также вы здесь вот в меню можете сразу это отсортировать. Можете сделать выбор объявлением только с бесплатной доставкой. Вот, пожалуйста, у нас можно купить катушку с Израиля Shimano Ultegra XTD за 14 тысяч рублей. 100% положительный, почти 1500 отзывов. То есть это вот хороший пример о том, что продавец надежный. Но несмотря на такую вкусную цену, я в следующем выпуске вам расскажу, как еще дешевле купить эти катушки. Поехали дальше. Если вы вдруг вот увидели несколько хороших объявлений у одного и того же продавца, вы также, нажав на него, можете на него подписаться. И, собственно, к чему мы сейчас и переходим. Самому интересному просили конкретно сделать список, у кого что можно купить. Мы нажимаем «Все списки». И вот здесь вот вкладочка «Страницы продавцов», на которые вы подписаны. Итак, начнем с первого. Это, видите, у меня даже здесь пометки есть. Я когда-то у него покупал Бойла, потому что там у него Source был с хорошими акциями и хорошей доставкой. Данный продавец представляет практически все английские бренды: Fox, Preston, Garnon, Ridgemanke и другие. Единственное то, что у него фиксированная цена доставки практически на все товары, ну, кроме крупногабаритных. Вот мы сейчас нажимаем «Отсортировать цену и доставку». Видите, пачка крючков стоит 77 рублей, плюс отправка 152 рубля. Сейчас, если мы посмотрим самые дорогие товары, ну, вот давайте, кстати, для примера, да, Fox сигнализаторы NTRX, три набора стоит 50, а вот есть дешевле, в Великобритании другое объявление, ну это же его, а значит 52 с лишним тысячи. У нас данный сигнализатор стоит без, наверное, 100 рублей 60 тысяч, то есть выгода около 7 тысяч рублей. Вот еще, например, Fox Micron MXR 4. Все синие. Здесь стоит 20, почти ровно 30 тысяч. У нас они стоят 37 900 примерно. То есть выгода, опять же таки, 8 тысяч. И опять смотрим на доставку. 700 рублей. То есть, казалось бы, разница в цене огромная. Но в цене в доставке очень-очень маленькая, так как этот товар, в принципе, сигнализатор, он весит мало и, ну, коробочка сама маленькая. Поэтому совет такой, что данным продавцом можно купить достаточно дешево по такой тематике товар. То есть что-то дорогое и емкое, но при этом будет дешевле стоить. Я не буду более подробно останавливаться на следующих всех продавцах, потому что они очень похожие. Единственное, что вот этот продавец, я все ссылки на этих продавцов прямо списком напишу в описании под видео и коротко распишу, у кого что можно купить. Мы нажимаем «Товары в продаже» и попадаем на его полный ассортимент. Более 9000 позиций представлено у него здесь в магазине. Он уже получил аж красную звезду, это огромный рейтинг у него, ему 100% можно доверять. Представлено практически все вообще бренды, касается карповой и фидерной ловли.
Также у него цена фиксированная, но она завышенная. Видите, здесь намного больше. Но по опыту скажу, что с данным продавцом можно делать комбинированные доставки. То есть, если вы будете у него покупать, допустим, пачку крючков, да, и 20 пачек крючков, то вы заплатите за одну стоимость доставки. Опять же таки, возвращаюсь, не бойтесь переписываться с ними и просить комбинированные доставки. Это они все ставят по умолчанию. Если вы, конечно, закажете там одну катушку или две, то, возможно, вам сделают не бесплатно второй, но хотя бы там 50%. То есть, не всегда находите какие-то компромиссы. Следующий продавец – это американский товарищ, тоже с очень хорошей статистикой. У него я покупал, и многие ребят покупали, шок-лидеры Power Pro. Видите, у меня даже в отслеженных она стоит. То есть 450 метров, Power Pro 40 либров. Многие, кстати, спрашивали, на какие шок-лидеры я ловлю. Я именно вот на этот покупал у него. Это американский оригинальный, плетенка, не китайская, хорошего качества. В будущем я, наверное, приобрету себе вот такой моток 1370 метров. Да, вы отдаете приличную сумму, почти 6000 рублей, но я думаю, что на всю жизнь вы просто-напросто забудете, что такое вообще проблема с шок-лидером. Либо вы можете купить там напополам или там на несколько товарищей, потому что чем больше объем, тем выйдет дешевле. Следующий продавец – ИКОП. Это больше для тех, кто занимается различными тактическими такими. Здесь у него ножи, рюкзаки всякие, фонарики. Ну, в общем, такой интересный. И цены у него, кстати, очень классные. В чем фишка? Очень часто делает приличные скидки. Поэтому просто-напросто то, что вам нужно, в поиск забили. И следите за тем, пока либо курс упадет, либо какая-то акция появится. Быстренько заказали, оформили. И на этом все. Ну и дальше Карп Кёнер. Это продавец, который сделал карпфишинг лично для меня доступным на самом начальном этапе. Вот прямо сейчас за него вы обязаны поставить на паузу и поставить лайк под видео. На самом деле, тут в первую очередь стоит обратить внимание на бренд NGT, которая по непонятным мне причинам почему-то до сих пор в России никто ее не представляет. Ну, хотя я догадываюсь, почему. Ну, ладно, оставим это на потом. Посмотрите внимательно вообще на продукцию. Я думаю, многим она должна что-то напоминать. У него абсолютно самые, наверное, адекватные цены на доставку. И порой здесь, видите, даже есть бесплатная. И если мы посмотрим на любой товар, допустим, вот эти сумочки, обойдутся вам доставки 539 рублей. Согласитесь, что такие цены даже в России, вы, допустим, там куда-то с региона заказываете, там в Москву, вы заплатите намного больше, чем вам придет домой товар с Англии. Поэтому этот товарища можно смело сохранять себе в поиск, и у него здесь много чего интересного. Ну, давайте несколько товаров откроем, пожалуйста. Сумка вместе с теклбоксом за 1900 рублей. Ну, копейки. Нэшевский Алямат. Очень похож. Один в один. Вот, здесь, правда, доставка приличная. Получается 3900. Но все равно это намного меньше. Поехали дальше. Теклбокс. 600 плюс 300, 900 рублей, пожалуйста, вам с коробочками. Все в сборе. Дальше. Вот какой-то чемодан. Сигнализаторы, кстати, очень хорошие. Ну, цена, правда, хорошая. Я думаю, что это просто, ну, хорошие сигнализаторы в плохом корпусе. Назовем это так. Фонари. Очень похож фонарик, ну, с пультом, да, я не буду рассказывать, чье это. Пожалуйста, спальник,
карповый, зеленый, все как положено. Выбираем цвет. Да, кстати, вот я не сказал, когда вы заходите в товар, вот в этом меню обычно бывает много либо цвет, либо там, если вы какую-то леску, вы тут выбираете диаметр, если это бойлы, также выбираете килограмм, либо там цвет или вкус, еще что-то. 1300 плюс 400, да, 1800, грубо говоря, 1700 с копейками. В общем, друзья, посмотрите, молотилки, крышилки, сумки. Да, сумки очень напоминают мне несколько брендов. Здесь у него также, видите, есть целые наборы, стойки. Я думаю, все узнали, что это. Ну ладно, все, поехали дальше. В принципе, это все основные продавцы, на которых я хотел бы заострить ваше внимание. Если у вас есть свои какие-то надежные продавцы, у которых можно купить тот или иной товар, просьба, впишите в комментариях по моему, как бы, примеру, просто название, ссылка и краткое описание. У него там, допустим, фидерные снасти таких-то, таких-то брендов, доставка там дорогая, комбинированная, либо еще что-то. Ну, просто чтобы люди понимали. А в дальнейшем я уже в своей группе соберу полный список с отзывами, предложениями, где можно будет в любой момент это оперативно подсмотреть. Вот сюда вот заходите и пишите. Ну и давайте теперь на элементарном примере я вам обещал показать, как работают кэшбэк-сервисы. Значит, на eBay будем пользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops. Для этого по ссылке проходите регистрацию, там можно через любую соцсеть очень быстро зарегистрироваться. Нажимаем вот сюда разрешение, расширение для браузера, крутим вниз, тут вся инструкция, как что происходит, и доходим до браузеров. Вы под свой браузер скачиваете, у меня, допустим, Chrome. Нажимаем на Chrome, выскакивает сообщение «Установить приложение». Да, установить. Вот здесь у нас появилось наше приложение. Вы можете его в любое удобное место передвинуть. Обязательно, если вы первый раз в него заходите, то зарегистрируйтесь и в этом браузерном расширении. Смотрите дальше, в чем суть. Мы заходим на нужный нам товар. Ну вот, допустим, вот давайте я карабины искал для понтонов, чтобы вешать сразу несколько карповых мешков. 147 рублей, бесплатная доставка. Вот в этом окошечке, видите, появился знак. То есть у нас активен кэшбэк-сервис. Он сам определил о том, что мы находимся на сайте eBay и предлагает вам сэкономить еще 1.5%. Кнопка явно активировать кэшбэк. Мы на нее нажимаем. Сейчас пройдет процесс автоматической регистрации, и мы попадаем в то же самое поле. Заходим в список отслеживаний. Сообщение пришло о том, что кэшбэк активирован. Ищем наш товар. Ну, можно сразу нажать «Купить сейчас». eBay работает с платежной системой PayPal. Я в первом видео о нем рассказывал. Кто не смотрел, проходите по ссылке. В самом конце будет превьюшка. И обязательно выбирайте способ PayPal, так как это ваша гарантия, ваша безопасность. У меня были абсолютно разные случаи, поэтому вы всегда вернете свои деньги и можете этого не бояться. Нажимаете кнопку «Продолжить». Ничего здесь не жмем, у нас доставка бесплатная. Проходит процесс. Далее вы попадаете вот в такое меню, где вам предлагается войти в ваш PayPal аккаунт. Нажимаете, ждем подтверждения личных данных. Обязательно посмотрите предыдущее видео, как правильно делать конвертации валют. Но у eBay есть такая возможность поменять конвертацию непосредственно на самом конечном этапе. Мы нажимаем на конвертацию, но у меня на, как правильно, прошу выставить счет,
валюте, указанной в фактуре продавца. Да, мы выбираем данный способ, так как это выйдет дешевле. И нажимаем «Отправить». Подтвердить и оплатить, неважно, либо вверх, либо вниз. Адрес доставки мы оставляем тот же. И нажимаем кнопочку «Подтвердить и оплатить». И вот нам пришло сообщение: благодарим за покупку. Посмотреть, распечатать различные сведения вы можете здесь. Вот. Вам сейчас придет, точнее мне придет сообщение на почту с разной информацией. Все, как только данный товар поступит ко мне домой, я оставлю о нем отзыв, и мне автоматически начислится средство в размере 1% от покупки. Теперь еще один интересный нюанс — это аукционы. Допустим, мы ищем катушку Daiwa, вот, Emblem Spot. Emblem Spot, Emblem Pro мы можем по передачному отношению здесь разделить. Далее новые либо БУ и формат объявлений. То, что нас сейчас интересует в данный момент, это все объявления, аукцион, либо купить непосредственно сейчас. Мы выбираем аукцион. И вот в этом поле сортировки мы можем выбрать его по цене доставки, по возрастанию. Самый актуальный поиск, который я практически всегда выбираю. То есть сначала у нас самый дешевый товар, и тут же показывается доставка до вашего дома. Давайте рассмотрим на примере, допустим, по количеству ставок можно публиковать, по цене, просто по убыванию. По завершению, которые завершатся совсем скоро. Вот как раз у нас очень хороший вариант. Я, наверное, сделаю как раз монтаж. Мы будем, не будем, конечно, ждать 21 минуту. Смотрите, в чем основной, как бы, секрет, как сделать так, чтобы выиграть этот аукцион. Ну, хотя бы не выиграть, а с максимальной долей вероятностью успеть поставить свою ставку. Ставка — это окончательная сумма, которую вы готовы потратить на данную катушку. Не бойтесь сообщения, которое написано здесь. Продавец, возможно, не отправляет в страну Россия. Ознакомьтесь с описанием товара и так далее. Свяжитесь с ним. У меня было несколько случаев, когда я выигрывал в аукционе. В дальнейшем я уже в переписке выбирал пути доставки того или иного товара. Если я не смог об этом договариваться, просто-напросто моя сделка аннулировалась. То есть здесь, в принципе, перед вами никаких обязательств нет. А сейчас идет уже окончательный отчет о том, что через 20 минут у нас закончится аукцион. Если мы сейчас введем здесь сумму, она нам подсказку дает о том, что шаг 2 фунта. Введите сумму 70 фунтов и больше. Ну, давайте введем 70 ставку и разместим ее здесь. Нам написано о том, что мы лидирующий участник по этому товару на данный момент, и вашу ставку могут перебить. В большинстве случаев бывает так, что тут же моя ставка перебивается, потому что имеются автоматические ставки. Их, кстати, здесь можно также сразу же и посмотреть. То есть я могу сейчас не 70 фунтов поставить, а, допустим, 80. И если человек будет вводить следующую сумму 72 фунта, у меня автоматически поставится следом 74. Но минус данной системы в том, что постепенно в режиме онлайн увеличивается ставка. Как сделать так, чтобы поставить ставку в самый последний момент? Для этого мы обращаемся к программе под названием MyBidder Action Bird Sniper for eBay. Я ссылку на эту программу размещу в описании под видео. Мы в нее заходим. Он нам говорит о том, что срок истек. Но ничего страшного, мы продолжим пользоваться в тестовом режиме. Итак, сейчас подключается список моих активных аукционов.
Для этого мы входим в систему. Здесь, в принципе, все стандартно. Вводите свой логин на eBay, вводите пароль и, в принципе, больше ничего. Итак, теперь нам необходимо сюда загрузить наш аукцион. Номер аукциона находится вот здесь. Номер товара на eBay. Мы его копируем. Только номер. И вставляем вот в это поле. Вставить, добавить аукцион. Жмем кнопку. Сейчас программа запускает. Наш аукцион добавлен. Видите, он сразу взял номер ID. Название товара, Dive Emblem Spot. Продавец. Сегодняшняя ставка, самая последняя. Количество и время, оставшееся до окончания. Я больше чем уверен, что все, кто пользуется этими функциями eBay аукцион, также используют эти программы. Поэтому здесь кто кого возьмет. Мы выбираем вот эту кнопочку Snipe, да, ну то есть стрельнуть, разместить нашу окончательную ставку. Активируем с помощью вот этой галочки активировать Snipe и мой максимальный бит. То есть в фунтах можно сразу же обратиться, допустим, к Яндексу, написать здесь фунт к рублю. Вам высветится автоматический калькулятор, и мы представляем. Катушка, ну, на сегодняшний день можно где-то купить ее у нас за, ну, 1010-11, если хорошо поискать. На официальных сайтах, конечно, все намного больше. Но мы будем отталкиваться от реальных цифр. То есть я думаю, что максимальную сумму за эту катушку я могу отдать около, допустим, 6000 рублей. Заходим в нашу программу, ставим наш максимальный бит, будет 77 фунтов. Дальше, так как у нас программа урезанная, количество у нас здесь не активно, а так их можно несколько поставить, и время бита. То есть за 6 секунд до того, как закончится аукцион, наша программа автоматически разместит самую нашу максимальную ставку. Сейчас мы подождем оставшиеся 14 минут, и я вам потом покажу. Мы сейчас нажимаем ОК. Все. Наша максимальная ставка, вот она показана, 77, до окончания 14 минут. То есть человек, который зашел сюда, смотрит, ага, максимальная ставка 77, следующая 72, и сидит вот так вот, ждет. Как только последние там 10 секунд останется, он разместит быстренько ставочку, там, допустим, 72-73, но он-то не знает, что у нас работает робот, который за 6 секунд поставит максимальную ставку. И нам придет сообщение о том, что мы выиграли данный аукцион, либо не выиграли. Ну, давайте подождем 13 минут, я потом запись включу, и то, что у нас получится по окончании данного аукциона. Итак, друзья, прошло 15 минут. Мне пришло два сообщения. Первое от системы bidder.com о том, что финальная цена наша 70 так и осталась неперебитая, хотя наш снайп стоял максимальный 77 фунтов. Мы заходим в наше меню, и нам выпадает сразу же сообщение о том, что невозможно осуществить покупку одного и более из указанных товаров, так как продавец не указал стоимость доставки для выбранного местонахождения, то есть для Великобритании. Поэтому мы сейчас его, этот заказ, оформить не можем. Нам предлагают либо изменить адрес, либо связаться с продавцом и уточнить у него различные нюансы. Также нам продавец написал сообщение: «Привет! Я вижу, что вы выиграли данный товар. Мы готовы отправить его только в Великобританию». Это нормально. Соответственно, мы с этим не соглашаемся и пишем о том, что нам нужно доставить этот товар
в Россию. Ну. Ну, я не вижу, конечно, смысла вам показывать всю дальнейшую переписку. Дальнейшие действия будут такие. Либо он мне приплюсует стоимость доставки и выставит новый счет, либо он отменит транзакцию и выставит на аукцион товар повторно. В принципе, ничего здесь в этом страшного нет. Конечно, жаль, что мне не удалось вам показать вот эти огромное количество ставок, которые происходят в последний момент. Потому что вот обычно это так происходит, ну, на самых таких самых популярных товарах, там, когда вот разыгрываются ножи там популярные вот эти, либо вот какие-то другие товары, которые пользуются очень большим спросом. Ну, видимо, здесь многие не захотели участвовать в данном конкурсе. Ну, смысл, я думаю, вам был понятен. Наша ставка из приложения разместилась в самый последний момент, причем она не установилась 77. Она посмотрела, что никто больше не поставил больше 70, и также ее оставила в автоматическом режиме самую максимальную. То есть это очень удобная программа, советую ей пользоваться, она абсолютно бесплатная, и в большинстве случаев я, вот как и сейчас на примере, сумел выиграть данный аукцион. Ну вот, в принципе, на всех основных моментах я остановился. Спасибо всем за просмотр. Помните, что покупая за рубежом товары, у вас нет никаких гарантий на него, и в большинстве случаев вам придется ждать по несколько недель. Обычно 2-3 недели. Поэтому выбор за вами. Еще раз напоминаю, если у вас есть какие-то надежные продавцы, пишите в комментариях. Также вас всех приглашаю в группу ВКонтакте, наша барахолка рыболовных снастей, где вы можете продать либо купить БУ товары для активного отдыха и оставить свой отзыв о покупках за рубежом. На этом все. В следующем выпуске мы поговорим о самой популярной площадке AliExpress, которая уже наделала много шума в отношении английских оригинальных брендов. А я вам расскажу, где купить брендовые аналоги по самым вкусным ценам. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе новых событий. Всем пока!